подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и я продолжаю проходить игру Horizon Zero Dawn. Так, ну что, я на коне, я выбрался из плена, меня спас Сайленс, это хорошо, и теперь мне нужно срочно добираться до деревни, на которую напали, и потом сразу я пойду в гору, где была дверь в самом начале, в которую я не смог попасть, она не открылась. Не пустила меня, поэтому быстрое перемещение в эту зону в настоящий момент недоступно. А почему? Может быть, потому что с коня надо слезть. Вот я слез. Ага, и что теперь? А сейчас? А почему? Мне типа что, ножками только бежать надо? Что за what the fuck? Почему нельзя? Не, я-то могу добежать быстро. Живучая травка. Сейчас я сохранюсь только. Допустим, сюда. О, отмена. Так, ладно, надо где-нибудь рядом. Нет. Нет, 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 нет. О! Так, сейчас я на коня обратно залезу. Короче, в ту зону нельзя перемещаться. Наверное, скорее всего, потому что там бои идут. Это этот король солнца, Гелис, или как его, Гелис, по-моему, да. Он, да, можно, на коне. Он, в общем, отправил отряд убивать мою деревню, вырезать мою деревню. Надо быстрее туда торопиться, поэтому быстрое перемещение. Так, ништяк, куда дальше? Я не пойму, это туман или дым? Скорее всего, дым. Лесной пожар. Объятия. Сторожевые башни пылают, но стражи успели предупредить племя. Сейчас я в тыл врага зайду. Накидаю им там. Ой, какой же ты неповоротливый, а, коняка? О, уже трупики. Так, здесь я спускаюсь. Она стояла до последнего. Ну, ее смерть дорого им обошлась. На что еще, кроме достойной гибели, нам надеяться? Так, ну мне через него никак не пройти, да? По-любому убивать надо. Он тут один вообще? Нет, не один. Так, подожди. Не надо меня замечать. Он стреляет просто вслепую, вот скотина. Это было бы увлекательнее, если бы они не искали меня. О, он отвлекся. А если я быстро пройду? Ой, нет, спалили. Блин, в огонь запрыгнул. Заражающиеся на снаряды, это плохо, очень плохо. Ой, я застрял, нет. Чё-то ему вообще пофиг на мои стрелы. Так, а где мой лук, который скидывает броню? Ты
тварь! Тварь! Да что ж ты, гля, ну он наперед прям дает урон. А если я вот этой штукой... А, он ушел. Нет, не ушел. Давай, прыгай, прыгай. Давай, 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 сюда прыгай. Ну, ты че, убегаешь? Ух ты, ни хрена себе. Вот это прикол. Здесь оборону. Бросили все силы против затмения. Но удержать врата не удалось. Это будущее Аида. Железо и пепел. Блин, мне еле стрел хватило. Подожди. Это чей? А, это мой коняка. А чё ты сюда прибежал, алё? Ты чё? Иди, гуляй. Жуй травку. Ну, точнее, чё ты там, камни жуешь? Камни кушай. Мне нужна химка. О, а это кто такой? Истребитель. Блять, это тот, а здоровая пушка. Никогда не знаешь, когда пригодится. Охренеть. И как его убивать? Ой. Ух ты, ни хрена себе. Ее сравняли с землей. Короче, походу здесь не вариант драться. Я пойду лучше сразу в эту колыбель. Потому что тут вообще хрень полнейшая. Я тут не выживу. О, меня вроде никто не спалил. Аккуратно над берегом. И ништяк прошел. Главное, чтобы травка хильщая была. Потому что у меня, по-моему, банок здоровья нету. Ух ты, тут еще их дохрена... Так, давайте, до свидания. Я не хочу с вами драться. Подойдет. Их слишком много здесь. Еще одна битва и еще одно поражение. Затмение идет дальше. О, здрасте, до свидания. Здрасте, до свидания. Сколько вас там много? Я просто сохраниться хочу. Подожди. Там и люди, и скорпион. Это я забираю.
Так, может быть, я быстро пробегу? Не? Не получится? Так, бесшумно убил. Ядри, сколько их здесь. Они знают, что я здесь. Блять. Давайте каем. Может, как-то в обход можно обойти? О, сверху вот дорога есть. Ништяк. Или хотя бы сверху их расстреляю, если обойти не получится. Так, мне вот туда аж надо. Там наверху битва. Я слышу. Похоже на громозевра. Зараженный громозев. Да что ж такое? Эй, громозев — это плохо. Так, а где мои эти? Один, вот он. Блять, ну да, это громозев, так я его хер завалю. Так, теперь надо спуститься, вот он спуск. Так, он никого не позвал на помощь. Хорошо. Затмение. Так и есть, зараженный громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. Если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться до люка. Так, и что делать? Ну, блять, он меня спалил. Блять. О, они, может, выйдут помогать мне? Воины, поддержите Элой, скорей! О, ништяк. За Элой! За богиню! Под чуть-чуть отвлекут. Вару. Так, только надо в записную книжечку зайти. О, кстати, это я понял. Где громозев? Это он? Да. Что у него там слабость? Огонь, повреждение брони и огонь. Да? А где огонь? Емкости с огнежаром. Ну понятно. Изона! Они живы! Так, надо сразу вот это изнуть. Убейте его! Да что ж ты? Ни хрена себе так. Сразите его! О, ништяк! Ништяк, я получаю мандюлей. Так, давай, иди. Кто запомнит нас, богиня? Так, сейчас я пушку возьму. О, ништяк! Уничтожьте демона! Боеприпасы кончились, блядь. А было интересно. Так, уйди! Его.
Возвращайся в грешную землю, демон! Богомерзкая тварь! Смерть тебе! Ништяк, я место нашел. Ух ты! Подожди! Добейте их! Так, все, ништяк, всех добили. Это все Элой! Мы лишь помогли. Не верится, что выжили. Да это да. Так, с кем мне поговорить? Давай, давай говорить. Алло, куда пошла? Ты спасла пошел. Нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Я так рада, что ты цел. Варл, все хорошо? Столько убитых, столько горя. Хоть на этом все? Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Ну, конечно, я супер ништяк, сильный воин. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец, мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Так, ну понятненько, короче. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. Тогда зачем? Увидишь. Я к двери пришла. Короче, понятненько, на них напали неожиданно, они отбивались, ну и в итоге кое-как отбились и держали оборону здесь. Хорошо, что я вовремя подоспел, потому что им бы была хана. Я опять молодец, я всех спас. Сейчас я быстренько полутаю и пойду дальше. Снег. Тепла ждать не стоит. А чё тут за невидимая стена? Чё за прикол? А ты куда уперлась-то? Он перепрыгнул. Тут, походу, камень где-то лежал, но его разрушили. Разрушил этот гармозев. Не понял. Ни хрена себе, ты сейчас чё, здоровую такую штуку в карман засунула? Эхо-патрон? Ни хрена себе, какие уж у тебя карманы бездонные. Там эхо-патрон с тебя, как ты с размером был. Офигеть. Так, хилка нужна. Так, дай я пройду. Прочная одежда Нора. Так, ну отсюда мой путь начинался. И походу здесь и закончится.
Здорово, сестры. Че вы? Илло, как вы? Ты вернулась. Да, давай с тобой Искатель поговорю. Снова с нами. Итак, ты наконец вернулась. Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле Великой Матери. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры, мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса? Она хочет погубить нас всех. Ей надо помешать. А что за хрень? А почему? Почему она не хочет, чтобы я открыл дверь? Отпустите свой страх. Лензра. А, Лензра это та самая, которая в самом начале гундела на этого чувака, который мне имя дал. Так, проследуй внутрь, не обращай на них внимания, вам меня не остановить. Так, ну давайте проявим любовь, сердечко. Лензра, хватит. Не стойте у меня на пути. Не бойтесь. Если я что и усвоила за это время, так только то, что есть люди пострашней, чем вы. Наконец-то. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Обана. Поправка. Альфа-реестр восстановлен. О! Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сол. Вы можете войти. Смотри, все вахеры, наверное. И чё там, и чё там? Там, наверное, гея это будет. Колыбель 9, выводок 1. Это значит, здесь люди, походу, ты были. Уже внутри. Ага. Как знала, что ты объявишься. Ну, приступим. Скорее продолжим. Так, здесь, значит, скорее всего. Ух ты! Что за картиночки? Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Это мои рисунки? Охренеть. О, что это такое? Что это такое? Потрепанная фигура? Что? Так, потрепанная фигурка. Эта загадочная вещь ценится только среди самых причудливых торговцев. Потертая игрушка, младенца, немного пахнущая плесенью. Это, наверное, моя игрушка была. Рисуночки мои. Чё-то вообще непонятно. Я тут типа родился? Так это... искусственные матки? Матери нового поколения, рожденного сотни лет назад. А я? Ну походу ты отсюда. Так, это что, это текст? Так значит, здесь? Здесь ты родилась. Но почему? Чё-то мне напоминает, есть такой фильм тоже, где искусственный интеллект выращивал детей. Там два человека, по-моему, было, а потом один стал, или одного даже. Не помню, как он называется.
Еще один прошу. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет, я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время. Да, дети были капризные. А это их нянька, типа, мамка была. А чё, в смысле, она мёртвая вот эта? Она, типа, всё умерла? А чё так быстро? Так, это ещё матки, да? Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь? Мы хотим сейчас! Там много места! Сейчас, отец! Дети, эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Физическая агрессия недопустима. А тебе можно? Чёртовы стражи! Дети, я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Короче, здесь держали детей. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Короче, здесь выращивали детей, а их охранял искусственный интеллект, который не давал им выйти. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соник. Можете проходить. Добро пожаловать в лицей. Хранилище знаний. О, лицей? А чё не Аполлон? Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшиеся. Но почему нет? Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание! Неисправность. Аполлон отключен. Аполлон отключен? Здравствуй, дитя. Ты была Меня права, зовут Элой. Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе подумать только, чего бы мы могли уже достичь. Столько перспектив и возможностей. Починить. Внимание. Но я сюда не за этим пришел. Конечно. Аполлон, что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Продолжай поиски. Продолжи. Приоритетное значение для доктора Соби. Просканируйте сообщение визором. Что-то важное. Да. Элизабет, я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Геи Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи.
Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он... Они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох... Файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет? Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей-Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Да хорош сопли распускать. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Ну, вот теперь понятненько. Мне интересно, это в эту самую секунду сейчас Аид все захватывал? Или что, или как? Я что-то вот этого не догнал. Также она что сказала? Если ее отключить... Ну, то есть Аида вырубить, и она отключится автоматически. То терраформирования не будет никакого. Оно как бы превратится, и мир пойдет как самотеком, что ли. Но я думаю, в этом ничего плохого нету, а с машинами мы уж то как-нибудь... Модули опознания устранены. ЭВФ-9, выводок 1. Доступ открыт. А с машинами, я думаю, мы как-нибудь справимся. Так, а мне куда вообще? Наверх или вниз? Пока на лестницу. Так, нет, не наверх. Ой! А что? Так, так мне в эту сторону надо. Алло, запрыгнем туда. Я не пойму, а как мне туда допрыгнуть-то? Ага. А, так мне сюда и надо было вообще-то. Ага. Так, короче, мне надо на улицу. Должно быть любопытно. Первая поклонилась. Это вредная бабка. Элой, прости. Прости. С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала?
Что? Я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Ну, естественно. Ее воля. Для того я создана. Да. И я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Так, ну задание завершено основное. Теперь что мне надо? Что мне надо? Выковать тропу? Пройти, типа, просто? Ну давай, пойдем. Так, Павшая гора. Доберитесь до Злого перевала. Нужно в Гей Прайм. А где это вообще? Ой, да что ж такое-то? А, это вот куда надо. Ну, у меня быстрое перемещение, если что, есть. Могу быстро переместиться. Ну, окей. Пойду, значит, до Злого перевала уже в следующей серии. А всем тем, кто досмотрел до конца, обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.